По данным полиции, ларек принадлежит бывшей жене автовладельца. И как рассказал сайту ДТП ПТЗ «Очевидец», водитель подошел к торговому павильону и предложил продавцу освободить его. Свидетель утверждает, что у водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. Когда продавец отказался, водитель сел в стоящий рядом МАЗ, заехал на остановку, уперся кабиной в павильон и начал сталкивать его с места. Тут уж продавцу пришлось покинуть рабочее место. Сам же автовладелец сообщил полиции, что был трезв, не справился с управлением и случайно снес торговый павильон, а потом так расстроился, что до приезда полиции выпил пиво. Как оказалось, управлять грузовиком автомобилист не имел права. В июне 2014 года он был лишен водительского удостоверения на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержан, ожидает решения суда. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.